Здравствуйте! Это афиша на телеканале «Самара ГИС» и я, ответственная за ваши выходные, Юлия Север. Впереди анонсы самых интересных грядущих мероприятий. 29 мая в музее имени Алабина открылась областная художественная выставка, посвященная 70-летнему юбилею Победы. Экспозиция насыщена и содержательно, и эмоционально. Художественные произведения сегодняшних мастеров демонстрируют преемственность, тесную связь с теми работами, которые были написаны когда-то для Победы и рассказывали о подвиге нашего народа. На выставке есть место и традиционным формам, и авангарду. Вход свободный. «Пришел мужчина к женщине» – комедия, которая ожидает вас 30 мая в театре «Самарская площадь». За один вечер герои комедии испытают подъем чувств от недоверия до эйфории и страсти. Она пытается его познать, он боится ее спугнуть. А ведь в жизни так и бывает. Мужчина и женщина – такие разные. Одно объединяет – им обоим нужны ответы. Только вот вопросы опять же разные. Найдут ли они точки соприкосновения, узнаете в эту субботу. Не пропустите. Начало в 18:00. Звезды 21 века соберутся в воскресенье на сцене Самарской филармонии. Поколение победителей, молодых артистов, которые упорным трудом завоевали право называться звездами 21 века. Младшему из них 21, старшему 31. Почти все они – пианисты, скрипачи, виолончелисты – выращены в главной кузнице музыкальных кадров – Московской консерватории. О них будут говорить с придыханием и писать восторженные книги. Вы же сможете насладиться их искусством – уже сейчас, 31 мая, Самарская филармония. На сегодня все. Мне лишь хочется напомнить, что 30 мая мы ждем вас на площадке телеканала «Самара ГИС» на фестивале «Пресса-2015». Песни военных лет, выступления творческих коллективов, конкурсы и призы. Встречаемся в Струковском парке у центрального входа в 11:00. А пока!